Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Лихудин Людей. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Little Nightmares 2. Меня совсем не там сохранил. Ну ладно, я к вам вернусь, когда мы уже доберемся до того момента, где мы в прошлой серии остановились. Вот, в принципе, и этот момент. Нам нужно сейчас кинуть в кнопку. Нам, я думаю, нужно забрать мартышку. Я надеюсь, в лифте никто не путает. Нет, там пусто. Меня, и нам надо сделать вот так вот. Это я помню. Подбери ты ее. Все, отлично. Попали. Ничего себе. Но там есть сбоку ящик, мне кажется, то, что в него надо будет там был один этаж, там гно. Опять голодный. Я... Только не говорите, что я сейчас крыс буду есть. Только не говорите, что я буду есть крыс. Как присесть вон? Так, зажги это. Опять эта музыка, которая постоянно играет. Нет, я не крысу буду есть. Я буду какое-то есть мясо, которое крысино. Офигеть, сколько здесь. Это крыси шкуры. Ну ешь, чё ты. Самое разумное решение есть какое-то мясо, которое в клетке. Угу. Самое разумное решение. Ну, когда ты голодный, в принципе. Вообще... Видишь, какие у тебя длинные руки. Подожди, а это... Не показалось. Так у вас показалось то, что в клетке, которая сзади, там один из них сидит мужик, который очень сильно похож на Мону. По прическе и по халату. Но не там. Точно не Мона. Здорово, мужик, давай я тебя подвину, чтобы ты мне помог. Я ведь свинота, я тебя не спасу. Вообще, у меня есть теория, то что... Шестая, она неплохая. Она, во-первых, это... А, я понял. Она, мне кажется, она выкинула Мону, ну, предала его только из-за того, что она заметила, что его лицо похоже на лицо этого. Как я умер? На лицо длинного человека. А в этой части она все ест. Я не знаю, правда, она в этой части будет... очень злая или нет, она как бы из-за того, что, ну, секреты концовки, понятно, что было, но из-за этой херни. Такс. О, сейчас успею. Такс, теперь нужно подниматься, да, нужно подниматься. Я правильно все понял. Упс. Почему эта комната мне напоминает комнату этого? Тихо, комнату охотника. Я так и думал, что он здесь будет. Ой, пить что-то все. Да-да-да, ты там проверяй. Это будет наверняка громко.
по-быстрому, чтобы он не заметил. Тихо. Ладно, я думал, что смогу убежать, но потом я понял, что он быстрее меня. А если меня сейчас здесь сохранило? Если я напролом просто побегу? Серьезно? Короче, с этим персонажем можно просто на пролом бежать, и он... Господи, чё так громко? И он, это... Есть вероятность, что он тебя не запалит. Давай всё чувствуешь, как будто здесь темновато как-то. Это пипец как подозрительно выглядит. Прям пипец как подозрительно. Ну конечно, конечно. Как по-другому. Отлично. Я уже думал, смогу зайти. А давай, кстати, попробую я сзади обойти его. Спайдермен, блин, с потолка. Так, звуки должны быть. Как ты вообще смог догадаться, то что я там? Так, ладно. Тогда просто будем бежать. Окей. А, что? Я уж думал, он меня не запалит. Да он врет, он знает, где я, смысл. Что? Какого? Как ты сквозь трубу прошел? Как он сквозь трубу прошел, зараза? Сквозь трубу прошел. Здесь нету. Уходи. Здесь никого нет. Не чавкать. Так.
убегали. Да, спасибо, гномики. Так, я могу отодвинуть ящик, но зачем? Я его все равно отодвину. Ага. Я понял, что мне нужно было сюда. Гном! Стой, гном! Понятно. Он ушел. Быстрее. Шкатулка вообще упадет. Фу, успел. А чё? А куда? А, здесь проход был. Просто в темно и не заметил. Тихо. Блин, офигеть. Какая у тебя длинная рука. Ты толкать дверь будешь или что с ней делать? Там идет, я видел. Так, ну сюда он не пройдет, мне кажется. Рояль. Кто его повесил? То там во второй части кто-то койки это шатал. Свеча могу? Могу. Кто-то там в больнице это все на веревке притолкал. То здесь кто-то рояль приколотил. Угу, здорово. О! Нет. Да. Я думал, то, что я так и сдохну. Такс. Тихо. Мне нужно по книгам, наверное, забраться. Там сверху свеча, как я могу... А, не, я знаю, как я могу до нее добраться. Давай. Дожгем ее. Так, чтобы сохранялка была. Включайте. Включай. Выходи сюда.
быстрее давай. Да, твою ж. Но я не мог ждать, он уже там сзади меня. Мои пятки дышат.